Вы опора, вы сила, вы центр тяжести своего собственного присутствия, то есть в этой реальности вы. Но когда вы хотите кому-то прислониться, в ком-то раствориться, то тогда получается, вы как бы теряете центр тяжести, вы становитесь таким один плюс, таким вот этим плюсом, довеском. И это тоже будет вас лишать той силы, той значимости в отношениях, на которую вы, в принципе, рассчитываете. Если кто-то слушал, групповая такая беседа, где девушка говорила, что вот я бы хотела выйти замуж за богатого, где-то жить за городом, слушать пение птиц, читать книги, там что-то готовить. И если не слушали, послушайте, это очень интересно, потому что в конечном итоге она к концу приходит к тому, что она этого не хочет. И я не думаю, что такую девушку вы бы хотели своему сыну, если они у вас есть, или своему брату, если он у вас есть. То есть вы понимаете, о чем я. То есть посмотрите разными глазами на всю эту ситуацию. Но сначала всегда смотрите так на саму себя.